Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы будем продолжать проходить игру Final Exam. Начнем прохождение пятой миссии. Давайте начнем. Сейчас будет предыстория. Вот она началась. Что мы прибыли в какую-то высшую школу. Директор колледжа, вот этот мужик, Фридман. Что он какие-то опыты, что ли, ставил на людях или... Что-то там создавал. Но тут он заметил нас. И пытался свалить. Ну, давайте продолжим. Так. Давайте еще разберемся. Ну как нас колбасит этот большой. Лучше ему, конечно, не попадаться. Может быть, не больше пяти монстров на карте в этот момент, но при этом не считая одного вот этого босса. Лучше, конечно, чтобы с ним не в упор, то что упор он тоже нифига убьет. Ну иди сюда, малыш, по попе. Ну, я же говорил, что он не слабо бьет. Так. Хавку дали, давайте сразу же подлечимся ей. Так, нам нужно какая-то... Карта, что ли, изучить режим сейфа. О, как мы крутые. Давайте пойдем изучим. Заодно, может быть, восполнится запасы гранат, патронов. Здесь мне такие узкие проемы нравятся, что летающие враги не могут куда-то убежать. Так. Зайдем сюда, посмотрим, ничего такого нету. Пойдем дальше. Так, сейф мы типа изучили. Что у нас дальше? Новые цели. Сезам, откройся. А, то есть дверь открыть, что ли, получается. Четыре. Типа кода ищем. Собачки какие-то вылезли. Долго они, конечно, с ним побегали. Восемь. Шифр, в общем, ищем. Так. О, у нас наверху что-то есть. Нужно туда будет сбегать. Собираю вот эти все колбочки. Еще одни лезут. В общем, потом этими колбами собираться. Это если вы хотите открывать новое оружие какое-то. Либо еще там увеличивать характеристики вашего героя. Силу, ловкость, все такое там. Здоровье больше. Так, вниз. Так, где-то внизу здесь должна быть.
собаки из унитазов. Зря она сама подлезла. Гранаты лучше оставлять на босса, они много урона носят, поэтому... Толпу, в принципе, можно и так разгасить, но вот чисто босса бить в рукопашку — это муторно. Сколько летающего дерьма. Сколько сразу и патроны появились. Гранаты. Они все, в принципе, хилые, но они геморройные, то что они летают. Так, давайте узнаем последнюю цифру кода. Семерка. Код, конечно, не замысловатый. 4, 6, 7, 8. Сезам, откройся. Выполнено. Типа сейф открыли. А там колба-то зеленой жидкостью. Мега-монстр. Зеленый за черных спор удачи. Это типа такие же, только еще более крутые. А. То есть их еще и фиг пробьешь. У нас после этого все заразилось. Получается, значит, это эксперимент хреноват этот. Еще фиг завалишь. То есть надо уж так бить рядом с коконами сразу, чтобы не плодились они. То, что пока бьешь одного, кокон стоит все равно. Они могут еще и, кроме того, что появляться здесь, они еще могут из коконов вылазить просто. Если же целый геморрой получится, что они намного толще. То здесь уже усиленный удар идет в тему. Ну ладно, будем пользоваться им тогда. Пойдем еще. Сам взорвешься. Будем коконы. Так, где тут еще были? Ладно, так, где у нас тут? Еще какая-то шушера валяется. Ух ты, сколько же у вас тут, мать вашу. Идите покурите пока. Давай же лопайся. Сколько же у вас тут еще? Да, бьют на них все сильнее. Так, еще осталось два кокона где-то. Внизу один, вот он. Вот эти как были хил, так и остались. Видишь, они только взрываются.
представляю, если такого сильного босса бить, это будет вообще геморрой. Так, внизу где-то тут опять. Да уже надоел. Ладно, погнали наверх там. Что-то уже происходит. Значок на новое местоположение миссии. Туда. А, типа вот эти шары все заражали, коконы их не. Ладно. Цель выполнена. Теперь чего дальше у нас ждет? Ну как? Теперь летающих целая куча, видимо. Говна поналетало всякого. О как. А, о как. Типа этот, собери. О, хорошо, хоть не перегревается. Можно шмалять, сколько влезет. Это уже интересно. А, очки минус 10 промах. Да нам уже на очки-то, в принципе, по барабану. Игра такая, как раньше были в Тамагочи, там собираешь корзинки сердечки, а тут, правда, их не собираешь, тут их убиваешь. Главное, патрон не кончается, ладно. О, какие-то усиленные уже пошли. Подлечимся. А эти еще и меняют положение. Еще какие-то горизонтальные появились. А сколько же у вас ребят тут? Мать моя женщина, что-то уже начинает напрягать. Сколько надо отбиваться? Да, ну и сколько же все? Все. Неужели? Конечно, муторно стрелять их в таких количествах. Тайный проход. Ну ладно, пойдем в тайный проход. Вон эта баночка. То как ее доставать? О, как обычно. Еще и усиленные уже пошли. Ну ладно, ничего страшного, и будем с такими разговаривать, чё. Благо эти не блокируют ничего. Надо было монтировочку здесь, чтобы скорость атаки была больше. Надо так максимум. Так. Тайный проход. О, вот эти собаки-то еще нет. Хотя тут уже были. Тут не усиленные. Так, куда нам надо? Туда. Наверх. Так. Какая-то общага вся разломана или что это такое? А, взломали, что дальше? Угу. Можете справиться с черными спорами, желая сразиться с Фридманом, обаятельный для тех, кто любит готику. Шеннон какая-то. Принести статуэтку. Опять вы, а? Они, конечно, живее, чем предыдущие.
Но все равно они хиленькие. Ничего страшного. Пока у нас еще есть чем полечиться. Статуэточка там где-то внизу должна быть. А, то есть мы уже запрыгнуть не можем. Ну ладно. Хорошо, хоть указатели есть, куда нужно бежать. Собачки опять эти. Зубы зеленые, светятся. Как же это всеми шушерами мешает? Так. Как обычно. Всякая летающая шушера, только не в толпе, правда. Детонируйте уж, детонируйте. Два взрыва сразу всех разнесли. О, уже я только вспомнил про усиленных, вот они тебе. И на. О, как. Как же этот назойливый гад мешает. Так. Понесли. Так, наверх. В тайный проход. Оригинальный тайный проход для злодея, когда через все общежитие. Вот он, говнюк. Ну чё, погнали. Мистер засранец. Типа спокойствие, только спокойствие. Он зал жахнул. Какого-то мега-человека начинает превращаться. Она тут у нас местная волшебница, типа. А, мы типа должны его дубасить, при этом нас еще будут эти дубасить. Ладно. Ну, сейчас сначала с этими разберемся. Мелкой шушерой. А потом будем разбираться с другими. А, то есть еще и ей могут мешать. Короче, быстро кликай мышкой. И не давай мелкой шушере атаковать эту девчонку. Но попутно можно еще и бить его. Оригинально. Один готов. Главное, чтобы она стояла. Чтобы она удерживала, пока мы будем бить. То есть главное ее большей частью защищать, чтобы на нее всякая фигня не прыгала. О, только стаи не хватало, вообще красота. Ладно. Врубаем режим бычка и погнали. Ох как. Хорошо используйте на раз этих взрывателей. Чтобы они взрывали своих же. Иди нафиг, столько времени мучиться, чтобы дрюкалка замучила эту девчонку.
Да, конечно, долго мучить придется. Еще это то, что Шушер на нее лезет, а не на меня. Ладно, что на меня лезла, тут домогается до девчонки бедной. А ты что подкрался здесь сзади незаметно? Еще какие-то большие, больше по размерам есть. О, как раз хавка, самое то. Ну ладно, побьем его, что так мучится-то. Он еще и заодно пердюлей получил один. Вылез и получает тоже. Вот. Когда миссия выполняется, все, что рядышком было, взрывается. Так, она, походу, все с него выкачала в себе. В общем, он не стал монстром. Хотя он что-то управляет какими-то щупальцами или фиг знает чем. А, то есть он с ней соединился, что ли, получается? Поглотил ее или чего? Он переместился в другое место. Слился с ней, короче. Ух ты! Ну и что дальше я должен сделать? А, сначала с мелким, что ли, типа, разбираться? А, там, короче, не стоять лучше. Просто тупо стоять здесь вот и добавить их. Он так психовать, короче, начинает. Лучше не надо подходить рядышком. Или просто в воздухе быть. Короче, сначала их дубасить целую пачку, потом с ним самим чувствую сражаться, как обычно. Давайте подлечимся на всякий случай. А, он, то есть, их еще и сам тоже гасит, ну это и хорошо. То есть ему по барабану кого гасить. Своих, чужих посмотреть. Ну и ладно. Нам-то тоже без разницы, кого гасить. Главное гасить и все, и ладно. Сейчас чувствую, он теперь выйдет. Будем с ним бодаться. Ух ты, он еще всякую хрень вышвыривает, я так понимаю. Вот как. А, то есть он этих порождает. Мелкий гиппопотам. Главное время удара просто прыгать и все. О, какой. В общем, спереди лучше не стоять. Всего-то. Я думал, сложнее будет. Ну и что дальше у нас произойдет? Все, миссия выполнена. Ну все. Миссию мы выполнили, пятую. Всем спасибо за просмотр. Желаю удачи в прохождении игры. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, ждем дальнейших
продолжений. Ну и само собой комментируем видео. Всем спасибо, до свидания.